Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, прекрасный день, но это значит еще и рабочий день. А самое главное, сейчас я иду на очень интересную сессию стратегическую. Она посвящена даже больше креативности, потому что руководитель поставил для себя задачу сформировать подходы к пониманию ответственности, исполнительности и инициативности. И у нас есть группа руководителей, которые в настоящий момент стараются это делать, но не всегда у них все получается. Поэтому мы сегодня постараемся обсудить, как решать эти задачи для того, чтобы получить нужный руководителю результат. И для этого применим несколько креативных техник, которые позволят нам в рамках нашего достаточно короткого совещания, мне на все про все 2,5 часа, добиться поставленных результатов. И хорошей вам пятницы! Вечер закончился очень просто и примитивно. Попкорном и походом в кино.